У МВД России по Одинцовскому городскому округу приглашают на мероприятие, посвященное Международному дню пропавших детей. 29 мая на площади возле администрации муниципалитета с 12 до 19 часов будут работать тематические площадки. Все желающие смогут ознакомиться с работой кинологов, поисковиков, принять участие в мастер-классах по оказанию первой помощи и криминалистике. Напомним, Международный день пропавших детей отмечается ежегодно 25 мая. Его символ – синяя незабудка.